Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня я буду играть в такую прекрасную игру, как Hello Neighbor. Первый. Короче говоря, Сдалт, который уже далеко не в первый раз появляется в наших роликах, выпустил новый мод, снова со старым стилем рисовки. Он называется The Alpha... Как он там называется? The Alpha Days он называется. Новый мод, ему... около месяца уже, я только сегодня про него узнал. И он своими скриншотами меня очень сильно привлек. Я чуть-чуть даже видео у него видел. Сказал там, что обязательно пройду, меня прям привлек внимание. Но я там особо много не видел. Я хочу вместе с вами посмотреть, что это за мод такой. Как мы все с вами очень любим старый стиль рисовки, поэтому выбираем этот мод. Но, правда, он с одним минусом. Его пришлось фиксить. Потому что, когда мы его через Steam установили, он не появится в этом меню. И такая проблема у нас уже далеко не в первый раз. Я делал на своем канале видео, как это исправлять. Так что посмотрите, если вам такой мод нужен. Я уверен, что этот мод нам с вами понравится. Сдалт еще никогда нас не подводил. Начинаем игру с модификациями и смотрим, что же это такое. Сдалт Presence. Сдалт. I like you, Moss. I very like you, Moss. This mod is very, very cool. I like it. Это если он видит меня в данный момент. А так-то он сам знает, что я его моду снимаю. Он даже комментарии оставлял под моими роликами. The Alpha Days. Заставка выглядит круто. Ага, о, даже дождь идет, прикольно. Давайте смотреть. Давайте заставочку посмотрим. А наш главный герой едет, судя по всему. Симинг. Опять пропали дети. Собственно говоря, как всегда. О, слушайте, а это... это случайно не амбар, который мы врезались из Hello Neighbor 2, который очень похож, мне кажется. Так, составочка выглядит круто. Мне нравится. Вот мне прям реально нравится. Связаны ли как-то наши... А, The Alpha Days. Кстати, этот... шрифт, как в GTA. О, слушайте, это отсылка на GTA 4, походу. Вот это, там что-то типа такой же, тоже персонаж выскакивает, такие арты. Отсылка на GTA 4, судя по всему. Я люблю GTA 4, я ее проходил. Мне кажется, прохождение надо... Вот эта тачка, слышь! О-о-о! Вот это тачка. Это кто на такой тачке-то едет? Ой, а почему биксели такие? Блин, офигенная тачка. Соседа. Или не соседа, кто фиг знает, кто это едет. Но у меня такое подозрение, что это сосед. А может это сосед, кстати? Или нет? Так, пульт от гаража он кладет. Так, машина желтая, но это машина как у соседа. А, это... нет, это похоже... это походу... блин, свешался. Это похоже наша машина все-таки была. Короче, вот это зелененькая, и у меня есть такое подозрение, что это машина соседа. Ну, сейчас мы это, наверное, узнаем. Так, подвал... который, как всегда, нам нужно будет открывать. Подвал в этом моде есть, судя по файлам игры. Вот это вот мы в меню запускали, там было отдельно basement и что-то там еще другое. Так, это наш дом. Неплохо так живем. Далт представляет. Так, это такая ванна. The Alpha Days. Блин, это классно сделано, слушайте, вот реально. Так, что у нас тут?
Шкафчик. Вот еще шкафчик, в него можно прятаться. Это такая кухонка. Слушайте, мы неплохо так живем. Так, это выход. Тут какая-то своя звуковая дорожка уже. А, еще один выход. У нас два выхода. Тут машины даже ездят. Тут зелененькая такая машина, смотрите. Да, это точно, это наша машина. А, вон машина соседа. Не знаю тогда, что за часть зеленой машины. О! Тут игра. Тут площадка для баскетбола есть, ничего так. О! Мы видели в каком-то Old Memories, по-моему, назывался этот мод, где нам тоже надо было так мячик закидывать. Но это нам ничего не давало. Не знаю, нужно ли это здесь. Так, фотография. Сосед гомосек. Ну-ка, а что будет, если меня собьет машина? А, ничего не будет. Она просто остановилась. Музычка в ней играет. Ну, правда, никого в машине нет. Дорожные знаки. Зебра, нифига. Блин, слушайте. Слушайте, мне нравится. Неплохой у нас домик. Вполне. И дом у соседа тоже, кстати говоря, довольно-таки впечатляет. Посмотрим. Там оранжевая машинка такая есть. Смотрю. Давайте посмотрим, что у нас тут вообще есть. Так. Звезда какая-то. О, туда можно зайти? Серьезно? Магазинчик какой-то. Есть ли в нем что-то полезное? Я на самом деле сомневаюсь. Мне кажется, это просто так декоративно сделано. Ну да, я ничего тут не вижу. Почему-то здесь вместо кассы аппарат этот, который мы видели в оригинальном Hello Neighbor. Первом. В одном из кошмаров главного героя, где мы видим, что на больничной койке умирает жена соседа. Аппарат сердца, который показывает сердцебиение. О, подождите, это же дом из Альфы Первой. Тут несколько домов, слушайте. И мне что-то кажется, что это тоже декоративный такой дом, ничего полезного. О, подождите, подвал. И там даже что-то... Наверное, нам его надо даже открывать. Может быть. Закрыто. Здесь нужен желтый замок. Здесь тоже... Да, блин, а почему все закрыто-то? Мы тогда даже посмотреть не можем. Так, здесь... Телевизор не работает. Так, и... Здесь закрыта дверь! Мы видели в ролике, что сосед запирал подвал. О, замок красный лежит. Нам он, наверное, не нужен для чего. И, судя по всему, он этот подвал запирал. Так что, судя по всему, нам в него надо проникать. Возможно, этот. Скорее всего, он. Так, а тут... Так, ну туда, не знаю, нужно ли нам забираться или нет. Можно, наверное... Ну-ка. О, даже свои звуки есть. Ну-ка. Ой. Она что, соскользнула, что ли? Серьезно? Даже так можно, что ли? Ну-ка. Обалдеть, обалдеть. Закрыто, опять закрыто, да? Спальня. Так, спальня. Так, опять телевизор не работает. Спрячьтесь быстро. Подождите, тут есть кто-то, что ли? Подождите. Здесь безопасно, лучше выходить. А, значит, показалось нам, видимо. Да почему все закрыто-то, блин?
Здесь вообще все завалено. О, третий этаж есть. Ну-ка, подойдите, давайте посмотрим. Very cool, very cool. Круто. И это все, что ли? Больше тут ничего нет? О, подождите, это что такое? Вы нашли ключ. Даже подсказочки есть внизу. Прикольно. Прикольно, 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 прикольно. Так, ну больше ничего тут, я так понимаю, нет? Выйти отсюда можно только здесь, походу. А, я кажется, вспомнил, от чего этот ключ. Там была дверь с желтым замком. Наверное, нам ее надо открывать. Почему эта дверь не открывается? Вот это. О, оранжевая машина. Да сколько у нее тут... Да сколько тут машин одинаковых. О, это, блин, это закрыто. Там мой ломик лежит. Ну, одну дверь открыли, но там... Ничего особо полезного не... О, подождите. Стоп, 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 стоп. Это гараж открывает или что? А, вот это. Прикольно, прикольно. Хорошо, отличный ломик мы достали. Ломик для нам по-любому нужен для этого. На всякий случай оставим, может нам еще для чего-нибудь пригодится. Так, давай, давайте дальше смотреть. Еще дом какой-то тут. А в дом соседа мы еще не заходили, кстати, причем в тот. Ой, блин, машина. Out of order. Судя по всему, этот дом либо будут сносить, либо продавать. Он вообще полностью тут забит и пуст. Закрыто, и даже туда нельзя посмотреть. Второй гараж. Второй гараж. Давайте откроем основной. А этот рычаг сломан. Ну ладно, давайте. Что-то мы открыли важное, я так понимаю. Ладно, давайте уже к дому соседа пройдем. Посмотрим, что у него там такое. О, бассейн. Неплохо так. Ой. Он под водой это не может вообще достать? Он может. Музычка, кстати, из мода Hello Mountain. Я помню, там была такая же музыка. Стоп, тут время суток может меняться, что ли? Обалдеть. А, спать можно. Ночь есть. У нас есть ночь. Неплохо, так неплохо. Но давай, но ночью мы туда не пойдем, слишком темно. Дождь есть. Обалдеть. Вот это классный мод. Слушайте, ну давайте лучше поднем днем. Это круто, это круто, это круто. Вот прям... Very cool, very cool. Очень классно. Очень классный мод, реально. Мне нравится. Я уже готов ему ставить галочку, но давайте все-таки его пройдем. Может, он... А вдруг у нас может ответ измениться. Давайте аккуратненько пройдем, может, он нас не заметит. Не забывайте... Что-то там фаер... Опа. Гениальная была задумка заглянуть в микроволновку. Мы нашли какой-то ключ здесь. Нет, я не пойду в это время суток. Блин, нам все время заново спать, что ли, нужно будет? Блин, это прикольно. Ну, а давайте в дождь пойдем. Чтобы что-то новенькое узреть, если так сказать. Да, дождь... Выглядит очень довольно-таки неплохо. Дом выглядит очень даже красиво. Граммофон играет, только его нельзя отключить. О, блин! Так, тут забито все. О! Подождите, мы как раз таки ключ от этого замка нашли. Только что. Давайте дальше смотреть, что у нас тут есть. Так, закрыто. Блин, в грозу довольно-таки прикольно. Прям атмосферочка какая-то своя есть.
зонтик. Не знаю, нужен ли он нам для чего-нибудь или нет. Блин, я его выбросил случайно. Ну да ладно, днем все же будет лучше, чем в дождь. Тут два гаража. А, это его машина все-таки. А можно как-нибудь... А в гараж этот попасть как-то можно? Ну, да, там дверь есть. А, может быть, так, тот рычаг, который в том доме, это, наверное, отсюда. Так, открываем гараж. Что это за... Это что за шум? What the fuck? Что? Блин, слушайте, вот это просто поражает меня. Вот это просто меня удивляет. Как до такого додуматься такого додуматься вообще могли? Я не представляю. О, золотой ключ какой-то. Ну да. А на нем покататься можно? Не, покататься нельзя, но он. Квадроцикл очень классно выглядит, очень реалистично. Так, еще задний дворик у него есть тут. Блин, выглядит так, как будто здесь сырость после дождя. Да что, ты шутишь, что ли? Так, о, там еще ключик лежит. Надо его забрать. Вот он. Хватаем его. Хватаем его и вперед. Искать. Ой. Не знаю, нужен ли нам зонт. Ну, давайте не будем пока брать. Закрыто. Посмотреть туда нельзя. А это что? Это не ту решетку случайно открывает. Ну-ка давайте проверим. Так, а это. Так, что у нас тут еще? А, еще замок. Не отсюда. Не этот случайно. Нет, не этот. А, вот, да. Отлично. Это та решетка. Так, ну пока у нас налегке, в принципе, получается все это проходить. Довольно-таки не так уж сложно, в принципе, у нас получается. Но до микроволновки, конечно... До микроволновки, конечно, догадаться нужно было. Ага. Отлично, еще дверь нашли нужную. Офигеть. И застревай. А, ну мы здесь были уже. Что нам тут делать-то? Прекрасно. Мы нашли ключ-карту. Это ключ-карта, судя по всему, от подвала. Я помню, там был замок с ключ-картой. Просто гениальный туалет. Туалет и одновременно этот раздевалка, блин. Никакого кафеля, никаких кафельных стен нету. Вообще. А где... Так, где спуск? Надо, наверное, проверить этот... Я думаю, надо ключ-карту эту активировать. Давайте пойдем ключ-карту эту активируем. Так, бежим. Где выход? О, блин, ну ты чё, угораешь надо мной, что ли? А, давайте в это время суток пойдем. Так, а в какой стороне у нас вообще был этот дом, кстати? О, стоп, а в этот дом можно зайти? Не, мы туда даже не можем подойти. Блин, да что ж такое, а? Чё это, баскетбол? Разукрашенные стены. Ещё какой-то сарай. Заперто. И там ничего внутри, по-моему, нет. Ну тут и тут. Мне кажется, может еще какой-нибудь тут домик есть, который мы еще не видели. Мы два домика уже нашли, может еще какой-нибудь найдется. Ну, закат, кстати, выглядит очень красиво. Но мне кажется, туда смысла идти никакого нет. Делать там, я думаю, абсолютно нечего. Так, дом, похоже, там находится где-то.
Так, мы в этом доме были, а этот... По-моему, других домов тут нету больше. Наверное. Я больше не нахожу тут никаких домов. Давайте активируем ключ-карту и... Этот ключ не отсюда случайно? Нет. Этот ключ не отсюда. А на заднем дворе, кстати, ничего больше нету. Нет, ну кроме той антенны, ну раз уж она далеко, мне кажется, нам туда не надо. Надеюсь, по крайней мере, что не надо. Вон там, может, что-то и есть интересное. Гениально так сделали, конечно. Это типа, чтобы мы подумали, что там какой-то городской тоннель. Это картина. Ну ладно, тем не менее, все равно мне мод нравится. Очень даже нравится. Заправка, 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 заправка. Мод с открытым миром, короче, снова у нас такой. На Old Memories там тоже надо было. О, стоп. А это что за дом? В Old Memories там тоже надо было из разных домиков находить какие-то ключи. И тут, возможно, мы в этом домике что-то тоже найдем. Так, тут вода. Очень-очень спокойненькая водичка. Вот прям максимально спокойненькая. Она даже еле-еле-еле двигается. Никаких шумов, никаких волн. Прям вот так вот и хочется посидеть тут и спокойно свежим воздухом подышать. Блин, я прям... У меня прям такое ощущение, как будто я чувствую воздух этот самый оттуда. Так, о. А у нас, кстати, ключики есть от него. Опа, ничего себе. Так, ну нам этот ключ явно не нужен. Вы нашли ключ. И мне кажется, я догадываюсь, от чего он. Была там какая-то красная дверь, которая... На которой был какой-то белый замок. Возможно, это ключ от нее. Может быть. Или, а может и от подвала, фиг знает. Не-не-не-не-не, вряд ли от подвала, потому что там был этот... Там все-таки в ту дверь, наверное, не просто так сначала. Bridge of Alf... Мост Альф не трогай. Что? What the fuck? И как выйти теперь отсюда? Только через окно, что ли? Утонули. Блин, блин, да ладно, вот это вот самая офигенная смерть, просто которая здесь только была. Блин, вот этот мод с каждой минутой меня все больше и больше удивляет. Вот слушайте, вот вообще. Я просто не понимаю. Но мы ключик нашли от чего-то. Давайте на той двери как раз проверим. На втором этаже там была дверь. Красная, по-моему, была дверь. И вот мне. А, вот что мне интересно. Тут. Ой, камера, блин. А, вот он, гараж. Взаимодействовать как-то можно с машиной? Не, нельзя. Ну и ладно, зато нам не придется днем туда ходить. Ой, в дождь. Машина крутая у него, конечно. Это просто классно сделано. Вот это телек. Обожаю моды со старым стилем рисовки. Вот просто обожаю, блин. Ванная такая вот здесь. Так, только где этот? И я забыл, где эта комната. А, здесь. Да, точно, я угадал, она отсюда.
И чё в этой комнате полезного? И чё? Тут, по-моему, ничего нет. А, вот, господи. Вот это уже точно от подвала. Вот этот прям от того замка, вот прям вылитый выглядит. Кресло с треугольником иллюминатов. О, шкура медведя на стене. Ничего себе. Я никакого подвала, кстати, в этом доме не вижу. Нам по-любому надо в тот. Пошел нафиг. Кстати, у него анимация бега из старых... Из альфа... При альфа и альфа 1. Чтобы больше, так сказать, ностальгии придать, что ли, к этому старому стилю рисовки. Я реально обожаю моды с этим стилем. И думаю, что вы все тоже. Давайте проверим. Ну, скорее всего, это действительно от подвала. Похоже... Но прежде чем мы туда войдем, давайте... Мне интересно. Ну-ка, давайте ГОСТ включим и туда залетим. Есть ли там что... Есть ли что-нибудь там или нет? А, блин, так я думал. Ничего здесь нету. И даже этой... Ну да. Ничего тут интересного нет. Давайте волк врубаем. И идем в подвальчик. Давайте узнаем, что же там находится. Чего ты испугался? Никого тут нет, да? Иди давай в подвал уже. Довольно-таки легко мы все ключи нашли. Мод довольно-таки несложный, но очень классный. Вот прям реально. Тут было несколько вещей, которые меня прямо удивили. Так, это похоже на камеру. Мы записываем, что ли, все это, что ли, или что? Рекординг. Так. Ой, блин, а почему все такое... Почему все размазано... Почему такое размазанное стало все? Не трогайте лазеры. Да ладно, лазеры, вы что, угораете надо мной, что ли? А если я прикоснусь? Прекрасно, лазеры нас убивают. Ладно. Придется перепрыгивать и пригибаться, похоже. Ну тут тоже прыгать, наверное, надо. Хорошо. Что? Да, вы угораете надо мной. Зачем? Зачем так надо делать? А где рычажок этот? О, вот. Починить надо. To not enter. Ну то, что тут так вот оно проходит, это некрасиво, конечно, но все равно. Так, я кажется, мне кажется, теперь это, наверное, работает. Это еще что такое? Это подземная парковка, что ли, какая-то? Дракс. Че, наркотики? Техас, кокаин. Наркотики в Hello Neighbor, вы серьезно? А как выключить его? Никак. Блин, это... Ой! А что он тут делает? Как он сюда попал? Блин, это шикарный! Просто шикарный подвал. Вот прям... Выглядит круто очень.
Похоже, в эту комнату нам не надо. Там нам точно нечего делать, судя по всему. Там что-то лежит, а как... А, вот. Вот это, наверное. Точно. Прикольно, прикольно. Так. Так, прогнившая дверь. Обветшалая немного. Тюрьма! Серьезно, тюрьма? Да вы что, да вы шутите, что ли? Нифига себе облом. Какой? Так, какой-то ключик нужен. И кого же он тут держал, интересно? О! Кидаться надо, что ли? О! Я думал, надо в рычаги кидаться эти. Нет, так, шкафчик этот не открывается. Ничего полезного тут, по-моему, нет. Нету сигнала. Здесь тоже, походу, ничего нет. Здесь... А, отмычка. Вот отмычка нам по-любому нужна. О! Это что такое? Ловушка, что ли? А обратно не открывается? Ой. Я так и думал, что мы сейчас упадем куда-нибудь в пол. Так. Опасно. Робот двигается. Беги, что-то там. Какие роботы, в смысле? Да вы что, серьезно? Это что еще за отель какой-то непонятный? Это что такое? Ой, он бежит за нами. А-а-а, бежим нафиг! Ну-ка, это сюда. А, он бежит за мной. Офигеть, он за мной бежит. Он за мной бежит. Это вообще кто такой, блин? Это мы маленькие. О, блин. Да вы чё, угораете, что ли? Конец. Серьезно, это концовка? Плохая какая-то концовка, походу. Чё это за... Это робот, что ли, судя? Потому что он железный. О, все, отлично. Мы за одну серию прошли этот мод. Ну, прикольно. Концовка... Блин, слушайте, несмотря на то, что плохая концовка, мод получился very, very cool. Вот, it's great. Perfect просто. Мод, perfect мод. Я ему ставлю галочку, конечно же. Я не то, что он легкий, но он прям офигеть какой. Зашибись, какой крутой получился мод. Вообще прям. Спасибо, что сыграли в этот мод. Я делал его 5 месяцев. Слушайте, очень хорошая работа за 5 месяцев. Очень большой проект. И, короче говоря, действительно... Так, персонажи. Джеймс Миллер. Робот. А, это робот. Это жутковатый робот, честно говоря. Где у него глаза? Ларри Уильямс. Не, ну... Это не настоящие их имена, естественно. Мы знаем, какие настоящие имена у наших... У соседей. Теодор Питерсон, этот Ник Рот. Почему здесь... Может, это отсылка на фильм какой-то, я не знаю, что такое. Не знаю, в общем, не знаю. Но, тем не менее, вот реально, мод очень классный. Давайте закончим на этом.
Всем спасибо за просмотр. С вас Лего Подписос. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал. Спасибо в ВКонтакте. С наступающим Новым годом и до встречи. Пока.